Що ви скажете по этому поводу? Ничего. А вы что скажете? Дурацкие все вопросы. Наш трип продолжается. Легкий перекус. Бомбила заправляется. Житомир трип. Снимем твою малышку на... Довольненький? Что ты наделал, блядь? Куда ты полез? Нет! Старик и море. Я так 1000 раз делал. Я думал, ты ногами просто станешь. Не, это был полный пиздец. Так грустит. Обычно вот такие происходят, и отдыхать там хорошо, нету никакого ничего, и там и спускаются и на скалу. Ну да, это просто говорили, там скалы, а мы приехали, а там просто озеро и ничего нету. Гранит вот так лежит кусочками, а
Ничего нету. Там приезжают, веревки натягивают и спускаются по этим канатам. Вот здесь пройдет вам? Да, да, да. Сейчас. Вы, наверное, тут остановитесь. Я ему скажу, чтобы они вышли с машины. А, да. Сейчас. И вот тут там озеро, вот уже люди стоят там. Чего там так много? Или нет? Нормально? А вон даже люди не выходили. Сведете это озеро и стало. И там то прямое мы увидим, да? Там уже, вот оно. Ага. Все, я понял. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Счастливо. Спасибо. Смотри, еще не одел, а уже полирует. Не, он продавал уже сейчас за 8,5. Возьми на ручки, возьми на ручки. Давай, подними над головой, блядь.